В Краснодаре вынесен приговор Тимуру Намоеву и его охранникам. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Поводом для возбуждения уголовного дела стал дорожный конфликт, произошедший в сентябре в поселке Индустриальном. Подсудимые, объезжая пробку на автомобилях Bentley и Mercedes, двигались по обочине. Путь им преградил водитель «Газели». Бизнесмен с охранниками вышли из машины и сбили его и его пассажира. Инцидент попал на видео, которое распространилось по сети интернет. И 8 октября подсудимые были задержаны силовиками в центре Краснодара. В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме, возместив потерпевшим ущерб, причиненный преступлением. Потерпевшие, в свою очередь, суду заявили о том, что никаких претензий к подсудимым они не имеют. Изучив материалы дела, суд счел вину подсудимых доказанной. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, им назначено наказание в виде штрафа в доход государства. Бизнесмену в размере 1 миллиона рублей, его охранникам по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.